Всем привет, друзья! С вами колл-центр на Дмитровской. Поскольку здесь мы занимаемся встречей клиентов, встречей людей, общаемся с ними и рассказываем, как проходит процесс, мы решили вам на примере наших клиентов, которые уже получили визу, рассказать, как проходит исполнение, которым занимается человек, эксперт, посредством WhatsApp, Viber и других средств связи. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Тонстед. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы уже были в Европе? Да, я был уже в Европе. У меня так сейчас виза закончится, я визу, ну, новую заново визу делаю. Ну. Вы уже работали, а в какой стране вы работали, скажите, пожалуйста? Я в Швеции работал. Вы работали в Швеции, у вас закончилась виза? Закончилась виза, да. Спасибо, благодарю Оксану, у меня заново еще продлили визу, и опять я уезжаю, но через Польшу, Швецию, другую вакансию. Очень хорошо. То есть вам сделала Оксана, помогла сделать новую визу, и сейчас вы едете в Европу через Польшу в Швецию. Да, верно, все. И спасибо Оксану, что визу сделали. Я сейчас обратно, то есть нашли другую вакансию, я там работал в другой вакансии. А какая работа у вас теперь будет? Ну, новая, другая вакансия будет. Другая вакансия. Да. А скажите, вы один сейчас поедете или с вами кто-то еще поедет? У меня жена и дети со мной будет. Жена и дети. Скажите, вы с Оксаной говорили по поводу детского садика, чем будет ваша жена заниматься? Ну, жена будет, ну, я работаю там, в том же другом, но работает, а дети будут на садика ходить. То есть вы сделаете документы в детский сад, и да, ваши дети да, будут учиться да. В Швеции вместе с другими детьми. Да, 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 все верно. Очень хорошо, ребят. Если вам интересна работа в Европе, как, возможности, как можно поехать в Швецию с детьми, супругой или супругом, обращайтесь к нам, будем рады вам помочь, провести консультацию и дать вам полную информацию. Вот, ребята, видите виза. Все, уезжаем, улетаем. Поздравляю.